Обзор по золоту, часовой график. Ослабление американского доллара в результате речи Дональда Трампа при его инаугурации в пятницу привело к существенному ослаблению американского доллара на данном рынке. Данное ослабление продолжилось в сегодняшних азиатских торгах, что также при достижении более ранее в конце европейских торгов в пятницу, при достижении линии поддержки восходящего тренда, привело к новому восходящему импульсу, который, вероятнее всего, будет ограничен следующим уровнем сопротивления 12.21. При всей восходящей динамике также следует отметить, что рост котировок слабеет за последнее время. Это выражается в формировании дивергенции на данном рынке на 4-часовом графике. Также этот факт вместе с достижением очередного сопротивления 12.21 может оказать существенное сопротивление росту, дальнейшему росту цен, ввиду чего ожидаю после достижения данной ценовой отметки нисходящего движения, то есть коррекции и возврату к поддержке 12.07, что вероятнее всего совпадет с достижением в очередной раз линии поддержки восходящего тренда на данном рынке. Поэтому трейдерам, использующим контртрендовые стратегии, рекомендую поиск точек входа в рынок на продажу у данного сопротивления. Остальным же рекомендую дождаться коррекции с достижением данного уровня поддержки 12.07 для заключения среднесрочных сделок на покупку.